Один раз мне возразил что-то, я, в общем-то, вплоть до того, чтобы руку перехватить, которую мат ставит, значит, это глупость. В шахматах игра идет на три результата. Вот позиция, вот позиция, вот позиция. Белые схватили ладью, кричат мат, упал мат. Какой результат? Схватили уже. Ну, схватили. Ну, на доске мата нет. На доске мата нет. На доске должен фактически мат. Вот в этой позиции, вот я опустился. Значит, опустил основание. Здесь белый выиграл. Белый выиграл, несмотря на то. И вот когда будете принимать решение по поводу вот этих вот всех вещей, вот то, что мы записываем особенно, имейте в виду, фактически мат на доске, фактически мат на доске. Еще один вопрос, да, по теме-то. Играют, значит, партию, да, человек белый проводит пешку, он берет ферзя, нет, ничего, своего ферзя берет, берет и вдруг видит, что сейчас если ферзя он поставит, ну допустим, меняет фигуру. Он меняет, а соперник зовет судью, он взял ферзя. Давайте мы эту ситуацию усугубим следующим образом. Вот давайте. D7, D8. Он вообще не должен ставить пешку. Подождите. Подождите. Сначала шахматист делает по правилам. D7, D8. Идут его часы. Шахматист заорал. Ферзь. Потом, как вы сказали, мат же будет там, или там что? Пад будет. Берет ладью. Значит, меняет, поднимает эту пешку. Ёлки-палки, мата-то не будет, а если я коня поставлю, то я вилку сделаю, не съем. Что должно, какое решение, во-первых, должен судья принять? Это невозможный ход. Пешка там не должна вообще оказаться. Так, значит. Пока фигура не касается помещения, помещения не было. Правильно вы говорите. Только после того, как вот это основание отфиксировалось, но арбитр должен принять меры к этому хулигану, который сначала закричал, потом начинает, значит, вот это, а потом ставит. Да, на доске становится конь. Вот, я хотел про превращение завтра говорить, но в связи с этим придется сегодня говорить. Итак, D7, D8. D7, D8. Дальше, пожалуйста, часы. Остановил часы. Нет, я здесь буду имитировать просто, кстати. D7, D8.